Привет, дорогие мои любимые друзья! Со мной сейчас Рэй. Привет! Наконец-то Рэй у нас здесь появился, заспанился. У меня посылочки от вас, любимых моих родных, из Германии, из Израиля, из Украины, из России. А у Рэя... Что у Рэя у нас сегодня имеется? Слива. Вилка. Яма. Слива и вилка. Слива и вилка. Слива и вилка. Так, ребята, ну прежде всего хочу сказать огромнейшее спасибо моему другу Марку из Германии. Ссылка на его канал, ребята, у меня, посмотрите, вот в описании, потому что человек мне прислал сухпайок из Германии, который сложно дал стать в Америке. The German MRE is hard to get in America, right? Yes. No stores sell it? I haven't found any. You have to go on eBay? I've looked on eBay, I can't even find them there. Really? Yeah. So you have to have a friend on the inside in Germany to send this? Pretty much. Well, I got a friend. Ребята, Марк, The Mark, у него канал вообще офигенный, он снимает все из Германии. Посмотрите, сходите к нему, пожалуйста, ребят, подпишитесь. Вот Марк мне прислал такую посылочку, давайте мы ее прям сразу сейчас откроем. Knife? Yes, there is. Man, do you think I'm doing this properly, or...? Yeah. You always say that Americans carry a lot of knives with them, but you don't have a knife right now on you. No, I don't. Got так, a gun somewhere. Ребята, посылка от gun. How would you open it with a 45? I don't... Simple, I'd shoot it. I mean... I... Vilka. Вот такой сухпайок нам прислал Марк из Германии. Марк, спасибо тебе огромное. Это очень сложно достать. И сейчас Рэй прочитает, что здесь написано. Айман Пакун. I probably said that right. It's been a long time since I spoke in German. Zuber duber uber. Not happening. Вот такой вот сухпайок из Германии прислал нам Марк. Марк, скоро на это будет обзор. We're gonna review this pretty soon. Good. All three of us, you, me, and Ryan. And we will let them know what how it is. Not-o! Not-o. Not-o. Марк, спасибо тебе огромное. Спасибо, Марк. Следующая посылка, которую я должен был открыть 2 месяца назад, но я вот только что сейчас к ней добрался. See, this package was sent to me by my friend from Israel, Виталий. He sent it to me 2 months ago, and he's been pissed at me so hard that I haven't opened it for 2 months. Вилка? Вилка фейс? Вилка ту фейс. Виталик, бомжик, спасибо тебе огромное, братишка. Вот наконец-то я дошел до нее, до этой посылочки из Израиля. Dude, fucking from Israel. This is gonna be good. I have no idea. Could be parts of Uzi, could be parts of Galil, could be Merkava. In there? Could be a Palestinian with a bomb, I don't know. Короче, открываем посылку из Израиля от Виталика. Виталик, еще раз прошу прощения, что я так долго ее не открывал. Jeez, so... It's toilet paper! Туалетная бумага, говорит. Does this seem rotten to you? It's 2 months, I don't know what's in there. Alright. Так, посылка из Израиля от Виталика Бомжика. What is this? I'm giving it to you because you're my test guy. I'm the guinea pig. Оп! It is...
Cold cream. Facial Whoa. Cream. Whoa. It says olive. Mm-hmm. Olive cream? Yeah. Facial and cream. And it's all in Israeli right there in English? Yeah. This is so cool. Look at that. Oh, wow. Виталя, спасибо тебе. Это крем. Is it for face? Like yeah, for all skin types? Yeah. Minerals? Wow. Ooh. Ooh. Oh, tonight? Oh. I'll try some, sure. Okay, that's fine. See if it gets a bag from under my eyes. Ooh, Vitalik, I like this. Крем из Израиля, оливковый, блин. Dude, I can put that on my bread. I don't know if you'd eat it. That's some good stuff. That is some good stuff. Вау. Виталя, спасибо. Так, крем. Ребят, смотрите, какой нам крем Виталя прислал. Вот wow. Такой вот оливковый. Приятный. Блин, вкус такой вообще обалденный. Ну, Дебра моя, конечно, слива. А она просто обалдеет от этого. Окей. Okay. I'm going for this. Чоколад, шоколад. 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 Lots of chocolate. Lots of chocolate. Очень okay, много. Окей, bye! Пошел, говорит, шоколадкой. О, тут две. There's two. Yes. Dark and light? I would assume so. Ребят, смотрите, какие шоколадки Виталий нам из Израиля прислал. Коробки такие классные, с орешками. So one has nuts and the other one is dark chocolate. Nice. And they use that cow to squeeze the chocolate. Well, yeah, they'd have to, but it would be like white and dark chocolate. Виталь, спасибо тебе огромное. And I know it's better than M&M's. I'll pull that one. Put it in my direction. I can't see what it is, but you tell Israel me. Israel Air Force. Really? Yeah. Oh, that's cool. Блин, израильская авиация. They have good air force though, man. Trained by America, right? Trained by everybody. Блин, класс. Слушай, Виталь, спасибо тебе огромное. Ребят, там последний какой-то лежит непонятный такой причиндал, но Рэй его достанет. Oh, there's... I think there's more in there. There's more? Yeah. Okay, I'll do the last one then. What is that? Looks like a boonie hat. You recognize it right away, huh? Yep. Блин, узнал сразу, говорит, шапочка. 30 years in the army, I... 30 лет в армии. Вилка. Блин. А что здесь написано? What does it say right there? I have no idea. Виталь, напиши мне, пожалуйста, в комменте, что здесь написано. That's a pretty cool hat. That's a pretty cool hat. Israeli, real. Real nice. Israeli. Very nice. Last thing. Последняя штучка. Now I see why it was meant. It's like an ID thing? Yeah. A wallet? Wow, the Star of David, mm-hmm. Right? Звезда Давида. Блин, классно, смотрите, какая штучка, ребят. Oh, that's so cool. That is so cool. You gotta kind of do it the dragnet style. Police officers, man. Or, you gotta go like this. Or do it the Jackie Chan style, which you'll fly all over the place. Виталя, спасибо тебе огромное. Thank you to Vitaly. Presents from Israel. So cool. Ukraine. Так, теперь, ребята, слива. С Украины, вилка, и вот такая вот штучка у меня пришла от Захаровой Ольги из-за Львова. Так, открываем. You don't even need a knife for this.
Оу, магнит. Магнитик мне со Львова. Найс. Isn't it cool? Yes. Ребят, смотрите, какой магнитик со Львова. Wow. That's two? Three. I know two is Dubai. Два. Два? Два. Or две. Okay. And that's three. Which one? No, what's three again? Three. Два is two, three is three. Oh. Okay. Three. Three. This is cool, man. Which one would you like to take with you? Beautiful. Вот, ребят, смотрите, нам Ольга прислала с Украины такие магнитики. Я две подарил Рэю, а две оставил магнитика, два магнитика себе. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Ольга. Спасибо, Благодарьевич. Благодарьевич. Did I say it right? I don't even know what Благодарьевич means. It's kind of like, it sounds like thank you. Yeah. No, Благодарю is a thank you. Oh. Благодарьевич is like someone's last name with a thank you in the name. I'll get it. Сергей Шепелев from Russia, Татарстан, Kazan region. Татарстан, yeah. Because it's a stan. It's a stan, automatic south. Stan, south. Из Татарстана, из Казани нам пришла маленькая такая посылочка. Серега, спасибо тебе огромное. I get it. Fast Food Казани нам прислал посылочку. Вот такую вот посылочку. It's a shopping bag! Это, говорит, пакет из магазина. Серега, Fast Food Казани. He's actually a blogger in Russia. Uh-huh. He reviews fast food. Nice. Of this region, like McDonald's, Burger King, all kinds of Russian food. Does an awesome job. So... And you still have your stomach? У тебя еще есть остался твой животик после всех вот этих вот обзоров на еду. Wow, look at that. Look at that spoon from Kazan. Татарстан. And that was... I just said it earlier. Ложка. Yeah, ложка. 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 Very nice ложка. It is cool, huh? That is... Wow. Серега, спасибо тебе огромное. Блин, ложечка такая красивая. Смотрите, ребят, ложечка. What is that? Такая вот монета города Казани. This is a coin from Kazan. Oh, wow. And then we got... A magnet? I need magnets. Magnets. Magnetic. Magnetic. But this is a Kazan Kremlin. Wow. Magnificent artwork. Yeah. Обалденное, говорит, художественное оформление вот на таком магнитике. Просто красава. Смотрите, какой, ребят, магнитик. Я не знаю, видно вам там будет. Наверное, не видно, но, блин, это просто офигенно. Серега, спасибо тебе огромное. Fast Food Казани. Для тебя специальный, как бы сказать, видосик я сниму. И все, кто знает Серегу, заходите, пожалуйста, к нему на канал. You should subscribe to my channel, because I'm always doing food in every video I've got. А вот Рэй сказал, Серега, подписывайся на канал Рэя, потому что он тоже всегда снимает про еду, про вкусняшки всякие, так что тебе тоже будет интересно. And I'll obviously subscribe to him. И он, говорит, на тебя подпишется тоже. Григорьев Денис Васильевич. This guy is a Russian guy. He knows a lot about guns. Денис Guns. He has his own channel. It was also about guns in Russia. And he sent me this for the May 9th. Mm-hmm. But the May 9th happened, and then the package arrived. So it didn't make it in time. Денис, вот наконец-то твоя посылочка. Ну, она, конечно, я помнишь, мы с тобой как бы... Надеялись, что она придет ко мне перед 9 мая, но она не пришла перед 9 мая, она пришла
чуть ли не под конец мая. Но сейчас я ее открою. How's your sleeve? Sleevish. Sleevish? So you just open it like... Bag of peanut butter cups I heard earlier. The snack? Yeah. Oh. Ooh. Do you know what that is? Suspenders. This is Saint George ribbon. Okay. That is very, very important to history of Russia. Денис, спасибо тебе большое. Я думаю, следующий эпизод, когда мы будем снимать на 9 мая, мы обязательно будем использовать по назначению. And there's something else in there. That's really cool. Oh my god. See, this is Happy Victory Day. Oh wow. Смотрите, ребят. Вот такие вот открыточки Денис нам на 9 мая. Ну блин, 9 мая не успела посылочка дойти, поэтому... There's a lot of these in there. Yeah, well, you'll take some, Ryan will take some, and I'll take some. Спасибо, Денис. Спасибо. От души, от сердца. Райан возьмет с собой несколько, Рэй возьмет с собой несколько. Это просто офигенно. There's something else in here. Something else. But wait, there's more! Oh, wow. Oh, beer opener. Beer can opener. Moscow. See the Russian flag? It says Moscow. He's from Moscow. Yeah. Moscow I can read in Russian. Nice, you can. Говорит, Москву он понимает, он может прочитать Москву без проблем. Wow. That is cool. And it's a magnet. Is it a magnet? Oh man, that's so awesome. Спасибо, Денис. Вот такой вот магнитик, одновременно это открывашка. Это просто офигительно. That's it. Блин, ребята, так здорово. Спасибо большое. And the last one. Take your sleeve. Sleeve is going here. От Николая Борисова из города Пушкина, Московская область. Вот такой большой пакет. This is from Nikolai. What that is? Я знаю, что это, а Рэй не знает, что это. Guess? A book. Книга. Сейчас откроем. Letter? Yes. I would take this to be another ration. Говорит, ну я думаю, что это еще один паёк. Wow. Wow, indeed. Wow, this is even more impressive than the one I reviewed. Это, говорит, еще прекраснее и лучше, чем тот, который вот мы делали обзор. So is this like for the Russian Space Forces? Or... Это, говорит, что, для космических войск? Блин, ребята, индивидуальный паёк суточный, ИПС. Emergency Services of Russian Federation. Oh, wow. Day ration for the full day. So this is a civil defense ration, basically. Right. Wow. So if there's an emergency somewhere in the country or somewhere outside of Russia, they can help. Any natural disaster, they can bring a lot of these and give it to people or help their emergency services. That's impressive. Вот такой вот, ребята, паёк. Это просто офигеть. Мы на него обязательно сделаем обзор. The review is gonna come. We just throw MREs at other people. That's why they hate us. Он говорит, мы только просто кидаем наши пайки на людей и в людей, поэтому нас столько ненавидят. And he sent a letter. Oh, great. Вот такое письмецо Николай нам послал. Роман, привет. Роман, hello. Mm-hmm. Как и обещал, высылаю тебе скромную посылку. Посылочку. As I promised, I'm sending you a very humble package. Как говорится, чем можем.
as we say, what we could do, that's what we could provide. Возможно, пригодится в твоих обзорах. Maybe this will be useful in your reviews. И самое главное, желаю тебе еще больше интересных видео. Видео. And the most important part is I wish you a lot more awesome videos. Подписчиков, да и всего самого хорошего. More subscribers and all the best. Николай Борисов, город Пушкино, Московская область. Николай. You know what? I would like to do the review on this, and when I do, I got somewhere a 1950s civil defense uniform. Mm-hmm. I'm going to bring that. To wear to review? When we review this. I'll have the armband and I'll have the pith helmet. 1950s? Mm-hmm. Рэй сказал, что у него есть обмундирование и снаряжение помощников МЧС американских 1950-х годов. И он наденет на себя, когда мы будем делать обзор этого пайка. И мы сделаем обзор этого пайка. Except ours has got a C and a D in there. У них МЧС такой же вот символ на их вещах. Блин, здорово. Ребят, спасибо вам огромное. Thank you, Ray, for being here with me. Слива. Слива. And мы, конечно... уже половина по-русски, половина half English, half Russian. Мы на все это сделаем обязательно обзор. Вот на это и вот на это обязательный обзор будет. Крем, шоколадки тоже. Ну, леточки вы еще впереди увидите. Поэтому, ребята... Rushklish. Rushklish? Rushklish. Half Russian, half English. Rushklish. Rushklish. Половина английский, половина русский. Russian, English, half. Rushklish. Все, ребят, до свидания, до скорого. Увидимся. Бака-бака, чубака. Бака-бака-чубака. I'm trying. You're under arrest. Vilka.